Добрый день, дорогие друзья! Наконец-то пришла наша камера, на которую мы все вместе скинулись. И сейчас давайте попробуем ее вскрыть, посмотреть, что же она из себя представляет, наша долгожданная. Вот так вот она выглядит. В пакете в упаковке положили флешку на 128 гигов. Так, 128. Так, и непосредственно Insta360X3. Так, где же она у нас? Целлофанчик. По колхозному снимаю, потому что камеры приходят не каждый день. Вот так вот. Открывайся, Сим-Сим, откройся. Опачки. Вот она. Красота. Что мы видим? Видим непосредственно. Ух ты, блядь, тяжелая. Непосредственно камеру. Сейчас отдерем все вот эти наклеечки. Что у нас здесь? Что мы видим здесь? Увидим, вернее. Так, дудочек. Type-C. Чехольчик. Так, куча макулатуры. Тряпочка. Будем ей сопли вытирать. Так. Это надо будет наклеить. Первому зрителю наклею. На лоб. Нет. На автомобиль, ладно. Так, что у нас за... Вот такой чехольчик. Как интересно, она будет там все чувствовать. Отлично чувствует себя. Можно сказать, великолепно. Так, сразу заказал все причиндалы. Необходимые. Часть пришла. О, еще одна тряпочка. А, или это та же самая. Часть пришла, часть еще нет. Так, это у нас здесь защитное стекло. Вернее, да, защитное стекло. Стеклянное стекло. На экран. Следующий гамоночек у нас. Линзы пластиковые, по-моему, да, пластиковые защитные линзы. Вот такого формата они закрываются, чтобы мы не расхерачили в первый же день. Так, ложим сюда. Это у нас стеклянные линзы. Две. По одной на каждую камеру. Сюда. Это у нас защитный
вот такой чехол, такой полусиликоновый, полурезиновый, который будет ограждать тоже от неприятностей нашу камеру. Тоже сюда. Так, это у нас что? Это у нас, а это у нас пленки, тоже защитные пленки, на всякий случай заказал, также на экран. Сейчас все буду наклеивать, разбираться, попробую разобраться с камерой. Так, что у нас здесь? Здесь у нас тоже кое-что. Это пришло буквально сегодня. Не хватает главного элемента селфи-палки. В чем вся красота заключается съемки на камеры подобного типа. Это должна быть невидимая селфи-палка. Ну, дождемся этой палки. Этой палки. Как нам Китай подкинет эту палку. Кинет эту палку. Будем производить тестовый вот такой силиконовый чехольчик. Красота, блин, какой мягкий. Ну что ж, попробуем включить. Ага, скорее всего, аккумулятор. А нет. Так, выберем русский язык. Потому что я на других пока не соображаю. Подтвердить. Отлично. Ну что, друзья. Так. Батарейка разряжена. Аккумулятор высаженный. Поэтому ставлю на зарядочку. И сегодняшний вечер посвящу знакомству с этой камерой, с этой чудесной камерой. Вот такое мини-вскрытие, мини-обзор. Так, ну и в этом же ролике будет тестовая запись на эту камеру. Ну что, друзья, селфи. Палка, специальная селфи-палка для Insta360 еще в пути. Трек почему-то не отслеживается. Вообще хрен его знает, придет она или нет. И поэтому я решил сделать самодельную, самопальную селфи-палку из вот таких вот уничтоженных мной штативов. И у нас получилась вот такая удочка, блядь. Ну, наверное, под 2,5 метра. Нет, 2,30, наверное, вот так вот. Вот такого формата. Что, будем пробовать произвести запись. Сделал вот такое. Выдержит, не выдержит. Короче, друзья, сейчас я ее накручу. И будем проводить первый тест записи. Надо учиться ей пользоваться, потому что на самом деле не так все просто, как хотелось бы. Это не GoPro, не Pro Go, а камера довольно-таки интересная и с кучей возможностей, которые нам надо полностью реализовать. Так, ну что, накручиваю, и уже следующее включение будет на вот эту камеру. Вот таким образом закрепил нашу камеру на нашей удочке, потому что селфи-палка это назвать сложно. Будем называть это удочкой. И пойдем рыбачить.
прыгнул в галоши. И что, погнали наших городских. Городские позади, мы впереди, да, или как-то. Мы спереди. Выхожу на улицу. Ну что, запись начинается. Погнали, друзья. Кого погнали, что погнали, что-то будем гнать. Что хочет поймать, непонятно. Все нормально, так. Попробуем пройти к речке. Замеряю.
Отлично. Ну что, друзья, произвел сегодня первую видеозапись. Испытал, как говорится, провел разведку боем. Посмотрел, как эта камера снимает. Потихонечку начал обучаться по монтажу, потому что нюансов вроде и немного, но и немало. Как снял, как смонтировал, судить, конечно, вам. Ну, первый блин почти комом. Сам прекрасно вижу косяки, которые в этой камере есть. Ну, это первое, надо снимать вот этот синий гандончик при видеозаписи, потому что отражается. Есть отражение, как крылышки. Ну, вы, наверное, сами обратили внимание на это. И второе, надо разобраться со звуком. Звук на встроенные микрофоны при таком ветре, какой у нас, он, конечно, не айс. Надо брать, докупать микрофоны, устанавливать и решить проблему звука. Ну что, друзья, хочу поблагодарить всех, кто участвовал в покупке этой камеры. Сказать вам сердечное спасибо. Я надеюсь, что ни я, ни Родина вас не забудет. И следующим шагом у меня будет это, хочу провести высокоскоростной интернет к себе в гараж. Посылка на подходе, оборудование на подходе. Как проведу интернет, значит, будут стримы, буду онлайн включать свою работу, то есть чтобы те вопросы, которые возникают у моих подписчиков, они решались на ходу. Потому что, честное слово, бывает просто некогда отвечать на комментарии, сидеть возле компа. И ну, в процессе работы оно будет просто легче. Задаете вопросы, тут же наглядно показываю, рассказываю и стараюсь ответить на все ваши вопросы. На этом вот такой ролик наш, я считаю, завершенным. Желаю всем добра, удачи, здоровья. Ну и, как правило, берегите свои батарейки. Всем пока.